Дикая охота. Кто она такая, откуда она взялась и чего она хочет от Цири? Обо всем этом прямо сейчас, но сначала... А купить такие же вистлы вы можете в мастерской Александра Караваева. На таких же играет группа Персиваль, которая записывала саундтреки к третьему Ведьмаку, знаменитая фолк-группа Элювити и огромное количество других групп. В мастерской Александра Караваева вы найдете не только высокие вистлы в различных тональностях, но и лоу-вистлы. Все ссылки на мастерскую вы найдете в описании и в закрепленном комментарии. Дикий гон, красные всадники или же дикая охота. Все вы знаете ее по игре Ведьмак 3, которая собственно так и называется Ведьмак 3 Дикая охота. Но если вы не читали книги, то наверняка вы нифига не понимаете, кто это такие, чего они хотят, зачем они преследуют Цири, что вообще происходит. И сегодня я расскажу вам, кем же на самом деле являются всадники Дикой охоты. Если вы не читали книги, то вам будет интересно. А если читали, то освежить в памяти не помешает. Дикая охота — это очень загадочное и мистическое явление. Призрачные всадники, несущиеся по небу, несущие за собой холод и смерть. Что это такое, откуда это взялось и что нам говорят книги? Давайте разбираться. Первое упоминание дикой охоты в книжной саге встречается еще во второй книге «Меч предназначения». «Эльфы все ухитряются принарядить в красивые слова», — буркнул он сонно, водя губами по ее плечу. «Это вовсе не легенда, Йен. Это красивое описание отвратного явления, имя которому Дикий Гон. Проклятие некоторых мест. Необъяснимое коллективное умопомрачение, заставляющее людей присоединяться к призрачному стаду, мчащемуся по небу. Мне доводилось видеть такое. Действительно, это часто случается зимой. Мне предлагали немалые деньги за то, чтобы я положил конец заразе, но я не взялся. Против Дикого Гона нет средств». Дикий Гон периодически появляется на протяжении всей книжной саги, но свое главное развитие он получает в книге «Владычица озера». Именно в этой книге мы узнаем, что же такое Дикая охота, кто такой Иридин и чего он хочет от Цири. Но давайте обо всем по порядку. Во время побега от своих преследователей в книжной саге Цири входит в Тор-Зираэль, в башню Ласточки. Эта башня переносит ее в какое-то неизвестное для нее странное место. И там ее встречает светловолосый эльф по имени Авалак. Авалак является эльфийским чародеем, его называют ведуном, либо знающим. Сначала Цири не понимает, где она оказалась, что от нее хотят, что вообще происходит, и никто не стремится ей ничего объяснить. Но единственное, что она знает точно, так это то, что она в плену. Та территория, на которой находится Цири, окружена каким-то магическим барьером. Как бы быстро и далеко не пыталась ускакать Цири, она каждый раз будто бы оказывается на одном и том же месте и не может переместиться за этот барьер. Несмотря на то, что Цири фактически является пленницей, обращаются с ней очень хорошо. Ей оставили меч и ее лошадь, она может спокойно перемещаться по территории, не выходя за барьер. Также Цири натыкается на каких-то единорогов, которые периодически приближаются к барьеру с обратной его стороны, но не пересекают его. И у них происходят какие-то стычки с местными эльфами. И через какое-то время Валак наконец-то поведает Цири историю о том, кто они такие, что она здесь делает и чего они от нее хотят. Войдя в башню, Цири попала в другой мир. На данный момент этот мир в основном населяют эльфы. Это так называемый народ Айн-Элле, или же в переводе народ Ольх. Это собратья уже знакомых нам эльфов Айн-Ситхи, наполняющих мир Ведьмака. Цири узнает, что раньше эльфы могли свободно перемещаться между мирами. Из континента Ведьмака они переместились в тот мир, в котором сейчас и находится Цири. Другая же группа эльфов Айн-Ситхи, о которых мы говорили чуть ранее, осталась в мире Ведьмака. Позже наступила некая конъюнкция, когда миров стало больше, но врата между мирами закрылись, и способности к перемещению остались лишь у горстки избранных, и то с огромными ограничениями. Миру Ведьмака грозит гибель из-за белого хлада.
И как сказали эльфы Айн-Эля Цири, они хотят спасти своих собратьев, и не только их, людей и всех остальных жителей континента тоже. Именно для этого им и нужна Цири. Цири – дитя старшей крови, потомок Лары Доран. Ген Лары Доран, который некогда специально создали эльфы, должен будет передастся ребенку Цири. И ребенок этот будет обладать способностями тысячекратно более сильными, чем те, которыми обладают эльфские чародеи. Этот ребенок сможет открыть так называемые арт-гайд – гигантские устойчивые врата, сквозь которые все смогут пройти в другой мир. Раньше это могли делать эльфские чародеи, и именно так они переместились между мирами. И, короче говоря, Цири должна родить им ребенка от их эльфского короля, которого называют король Ольх. И только тогда, по прошествии 9 месяцев, они отпустят Цири домой. Также стоит отметить, что время в этом мире идет иначе. Дикая охота похищала людей для служения им. И некоторые, которым повезло вернуться в свой мир, понимали, что в этом мире прошли уже сотни лет. Эльфы говорят Цири, что если она и вернется домой, то там пройдут уже сотни лет, и все, кого она знает, будут давно мертвы. Они обещают ей вернуть потерянное время, если она согласится на их условия. Так кто же такая эта Дикая Охота? Дикая Охота — это эльф Эридин и его отряд. Это не какое-то сверхъестественное необъяснимое явление. Это эльфы. Одни из тех, которые как раз не утратили способность перемещения между мирами. Чуть позже Цири узнает, что в этом мире тоже есть люди. Здесь они являются слугами. И также, как я только что сказал, людей похищает Дикая Охота. Эльфы говорят Цири, что если она не соглашается на данные условия, то она останется в этом мире навсегда и никак не сможет из него выбраться. От безысходности Цири соглашается, и эльфский король Ауберон не может с ней зачать ребенка. Потому что Цири Дхойна, и в ней мало что осталось от эльфки. После нескольких неудачных попыток у Цири состоится разговор с Эридином. И Эридин говорит Цири, что Ауберон никогда не согласится на средство, которое поможет ему в этом деле. Он показывает Цири какой-то флакончик, намекая на то, что если Цири подольет его Ауберону, то все у них получится. Цири отказывается и уходит. И позже лошадь Цири по имени Кельпи сама собой начинает куда-то бежать и уводит ее к единорогам. У Цири состоится разговор с единорогами, и один из них — это тот самый конек, которого она однажды спасла в пустыне. Единороги говорят Цири, что она чужая здесь, ей нужно возвратиться домой, они могут ей в этом помочь. И что они расскажут Цири правду об эльфах, потому что они от нее кое-что скрыли. Цири соглашается и сбегает. Перед побегом Цири в последний раз решает заглянуть в комнату к Ауберону и находит его при смерти. Цири обнаруживает у него тот самый флакончик, который ей предлагал взять Эридин. Ауберон умирает, и Цири сбегает. Во время ее побега, когда она оказалась на лодке, потому что только так можно было преодолеть барьер, она встречается с Эридином, и у них завязывается схватка. Цири говорит Эридину, что Ауберон мертв, и тот удивляется. И здесь не до конца понятно, то ли Эридин не хотел убивать Ауберона и не знал, что так выйдет, то ли он удивился от того, что об этом узнала Цири. Касательно этого момента до сих пор не утихают споры, хотя в игре «Ведьмак 3» четко показано, что Эридин намеренно отравил Ауберона. Цири хитростью удалось победить Эридина и сбежать за пределы барьера. И там она обнаруживает горы человеческих костей. От единорогов Цири узнает, что раньше люди населяли этот мир. «Теперь ты понимаешь», — зазвучало у нее в мозгу. «Теперь ты знаешь, это сделали они, Айн-Эле, король Ольх, лис, ястреб. Этот мир вовсе не был их миром. Он стал им после того, как они его завоевали. Когда творили арт-гайд, обманув и использовав нас так же, как теперь пытаются обмануть и использовать тебя». Цири понимает, что наверняка эльфы не собирались всех спасать. Наверняка не собирались захватывать миры. И если Ауберон и Авалак еще вызывали какое-то доверие, то Эридин, который после смерти Ауберона стал преследовать Цири, уж точно никакого доверия не вызывает. И в принципе на этом история Дикой Охоты в книжной саге и завершается. Таким образом, после книжных событий Цири сбежала в другой мир, и Дикая Охота настигнуть ее не сумела. На этом сюжет книг заканчивается, но разработчики CD Projekt Red продолжили эту историю в своих играх. Дикая Охота во главе с Эридином, в надежде все-таки поймать Цири, похищает Йеннифер с острова Яблонь. Геральт каким-то образом находит способ вернуться в реальный мир, настигая Дикую Охоту вместе с ведьмаками Школы Змеи, но победить их ему не удается. И он предлагает свою душу в обмен на душу Йеннифер. Эридин соглашается. И так какое-то время Геральт путешествует вместе с Дикой Охотой.
пока его не спасает Цири, и тут начинаются события «Ведьмак 1». Геральта, потерявшего память, находит близко Айрморхена. Зачем Эридин похищал Йеннифер, а потом обменял ее на Геральта? Ответ прост. Приманка. Таким образом, Эридин хотел как раз таки приманить Цири, чтобы она отправилась спасать Геральта и Йеннифер, что, собственно, она и сделала, спровоцировав все последующие события «Ведьмак 3». Зачем Эридину нужна была Цири? Все для тех же целей, которые были и в книгах. Родить наследника, который сможет открыть Аартгайд. И тогда эльфы Айн-Эли снова смогут путешествовать по мирам и захватывать их. Некоторые задаются вопросом, почему Авалакх переметнулся на сторону Цири, когда изначально он был вместе с Эридином и Аубероном и, собственно, хотел того же самого. Я думаю, что Авалакх все же немножко поумнее Эридина, и в башке у него, помимо захвата мира, есть мысль о действительно спасении всех миров. И он знает пророчество Итлины, знает, что Белый Халат уничтожит эти миры. И вместо того, чтобы тупо все уничтожать, тем самым делать еще хуже, Авалакх пытается все-таки как-то спасти эти миры. И тем самым он наставляет Цири, обучает ее, и в конечном итоге она спасает всех от Белого Хлада. Ну а судьбу Эридина и остальных всадников Дикой Охоты мы знаем из концовки Ведьмак 3. Я надеюсь, вам было интересно это видео, и вы поставите лайк хотя бы за кавер в начале. Но я хочу поблагодарить спонсоров своего канала. Уровень спонсор плюс Николета Пипистрелла и уровень спонсор Джулс Джевелс. Спасибо вам огромное за поддержку канала. А если вы хотите поддержать меня материально, вы можете оформить подписку на моей страничке на сайте Boosty. Там есть несколько вариантов подписки, и подписчики уровня спонсор и спонсор плюс будут упоминаться в конце каждого моего видео. Ну и естественно, не забывайте подписаться на канал и нажать на колокольчик, потому что здесь будет еще очень много интересного по вселенной Ведьмака. С вами был Найтмер, увидимся в следующем видео.